Здравствуйте! Рассмотрим значение микроэлемента цинка в жизни человека. Цинк входит в состав более 200 ферментов, которые участвуют в различных обменных реакциях, включая синтез и распад углеводов, белков, жиров и нуклеиновых кислот основного генетического материала. Цинк является составной частью гормона поджелудочной железы, инсулина, регулирующего уровень сахара в крови. Цинк способствует росту и развитию человека, необходим для полового созревания и продолжения потомства. Он играет важную роль в формировании скелета, необходим для функционирования иммунной системы, обладает антивирусными и антитоксическими свойствами, участвует в борьбе с инфекционными болезнями и раком. Цинк необходим для поддержания нормального состояния волос, ногтей и кожи, обеспечивает возможность ощущать вкус, запах. Признаки нехватки цинка – потеря обоняния, вкуса и аппетита, ломкость ногтей и появление белых пятнышек на ногтях, выпадение волос, часто инфекции, плохое заживление ран, позднее половое созревание, импотенция, утомляемость, раздражительность, снижение способности к обучению, поносы. Признаки избытка цинка – это желудочно-кишечным расстройством, головные боли, тошнота. Много цинка в кашах – овсяной, ячневой, гречневой, в пшенице, в горохе, а также в кедровых орехах, сыр плавленый, арахис содержит цинк, фасоль, мясо говядины, печень свинины, говядины, курицы, мясо индейки, мясо утки, баранины, свинине.